Всем привет! Меня зовут Женя Читаленко. Я по первой профессии гастрономический пиарщик, по второй специальности я маркетолог-стратег, и по третьей профессии я гипнотерапевт, лайф-коуч. Сегодня я бы хотела вам сказать про то, что я безумно благодарна Максу за то, что он делает. Делает как маркетолог, делает как коуч. Потому что я на самом деле пришла к Максу на курс по стратегическому маркетингу, потому что увидела и услышала человека, который очень тонко и глубоко совмещает в своей профессии навыки маркетолога, реально крутого, успешного маркетолога и человека, который копает глубже, чем обычно, человека, который увлекается и разбирается в психологии. Ведь что такое маркетинг? На самом деле крутой маркетинг, успешный маркетинг. Это все-таки в первую очередь база психологии. И я, конечно, была в полном восторге, когда пошла на курс по стратегическому маркетингу и углубилась в эту тему благодаря Максу. Но главное, за что я бы хотела сказать спасибо Максу, это за его потрясающую личную работу. То, что он делает с клиентами в годовом мастермайнде, то, что он делает с ребятами в сообществе «Исток», потому что Макс действительно очень тонко чувствует, видит все затыки. Мы знаем, что мы то, что мы излучаем, мы получаем то, что транслируем, а значит, все и возможности, и ограничения у нас внутри. На самом деле об этом говорят многие, но совершенно не многие, а точнее единицы могут работать правильно, грамотно, экологично состоянием. Макс один из тех людей, которые могут это делать просто феерично. Я могу вам сказать, что буквально неделю назад у нас с ним в рамках мастермайнда годового была сессия, мы встречались. И очень быстро и очень тонко и деликатно Макс достал основополагающие вопросы, которые мешают мне на самом деле качественно двигаться вперед. И то, что он делает в своих программах, люди не делают в многомиллионных своих программах образовательных, где обещают вам X5, X10, X20, но на самом деле создают вам хорошее окружение и не создают при этом решение ваших проблем. Мы все уникальны, мы все, абсолютно все имеем определенные блоки, определенные проблемы, которые мешают нам двигаться на пути к тому сладкому, заветному, чего мы хотим. В противном случае вы можете, конечно, возразить, сказать, что не все, но те, кто не имеют блоков, не имеют препятствий, они не приходят на образовательные программы, они не приходят на трансформационные программы, потому что они решают свои вопросы сами. Поставил цель и достиг ее. Но если вы чего-то хотите в этой жизни, ставите цели и не достигаете по тем или иным причинам, это значит, что есть что-то внутри, что мешает вам, истинно мешает двигаться к своему желанию. И Макс умеет с этим работать, это потрясающе. А сочетание с инструментами маркетинга, с пониманием, знанием, как работают стратегии, как выстраивать успешный трек, как добиваться своих целей легко, это, конечно, фееричные программы. И если вы еще не пробовали продукты Макса, я вам очень-очень рекомендую. Я сама уже на третьей программе, и я понимаю, что это не конец. Я буду продолжать развиваться с помощью программ Макса в том числе, потому что, еще раз повторюсь, я много чего пробовала, много что делаю, учусь сама и работаю тоже с людьми. Но, знаете, как бывает, невозможно быть тренером самому себе, наставником самому себе. Всегда нужно иметь рядом человека, который вам поможет действительно перейти на следующий уровень, поддержит и поможет вам с точки зрения трансформации, своими навыками, умениями, инструментами. И для меня на данном моменте в моей жизни это Макс. Макс, спасибо тебе большое. Очень-очень рада, что мы знакомы и что я зашла в твои программы. И, ребята, очень искренне всем вам рекомендую. А мне есть чем сравнивать, поверьте.